Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. В какой-то степени высокий процент Зеленского – это не его личная заслуга. Это голосование за человека, который ни одного дня не был в политике. То есть для того, чтобы стать президентом сегодняшней Украины, нужно было, быть узнаваемым персонажем, а у него была почти стопроцентная узнаваемость. Порошенко создал вокруг себя окружение, максимально лояльное к нему, отчасти даже лизоблюдская, которая создала ему эффект теплой ванны. What has happened is that people got sick and tired of people who've been telling them lies and half-truths for many years. People, I think, some of the people, but quite a considerable chunk, were tired of the patriotic rhetorics of the last 5 or 6 years. Against the background of their life not improving, all these slogans about language, religion, army, and our success on the international scene is is irritating. Що він зі своєю мужністю відстоює інтереси України, за те, що він бореться за Україну, і за те, що це дійсно громадянин України, яким я горда. Головне, що зробив президент Порошенко за 5 років президентства, це обеспечив чітке слідування геополітичному вибору, який був зроблений на Майдані. Война – это дорого. То есть экономика Украины в тяжелом состоянии. Ей вдвойне тяжело и вдвойне дорого вести такую войну. Ей не видно конца и края. То есть все стоят в окопах, как в Первую мировую. Знаете, гниют в окопах люди. Непонятно зачем.
Поэтому, конечно, это играло большую роль. И не только на Востоке. Просто на Востоке это острее. Понимаете, на Востоке вся промышленность стоит, нет работы у людей. Люди вынуждены эмигрировать в другие страны. Сейчас мы прошли такой этап в стране, что там долго обещаниям верить не будут. Если не будет конкретных шагов, я думаю, ну, народ уже не будет это воспринимать и так долго ждать. Непонятно, каким будет выглядеть его ядерный электорат и, соответственно, как он будет под него подстраиваться. И точно так же непонятно, кто будет тем лицом или группой лиц, которые будут оказывать на него максимальное влияние. Соответственно, даже приблизительно просчитать его политику невозможно.